Болгарская сказка «Кошка и плохие люди». Приехал как-то купец на торг и увидел на дороге кошку. Голодная она была, слабая. Подобрал он ее, чтобы не мучилась. К вечеру добрался до деревни. А мышей там было тьма. Зашел он ночевать в корчму, пустил кошку. Она и переловила всех мышей. Утром пришли в корчму крестьяне выпить по кружке пива. Видят, не стало мышей. То зайдут, бывало, в корчму, а мыши и по столам бегают, и вокруг кружек. Спрашивают они корчмаря, куда, мол, мыши делись? А тот засмеялся и говорит, уснули, я им вина налил. Потом рассказал о купце и кошке. Неужели она действительно их всех отловила, удивились люди. Где бы это тоже купить такую кошку, чтобы всех мышей в селе уничтожила? «Могу продать», — отозвался купец, — «но дорого». «Сколько просишь?» — начали те прицениваться. «Засыпьте ее деньгами с головой». Крестьяне согласились. И когда они засыпали кошку деньгами, купец подвинул ее, и крестьянам снова пришлось сыпать деньги. Тогда купец вытащил кошкин хвост и сказал, «И его засыпьте. Именно хвост кошки нужнее, чтобы ловить мышей». Еще досыпали крестьяне денег. Купец отдал кошку и уехал. А немного погодя, глупые люди вспомнили, что забыли спросить купца, чем кошку кормить. И побежали за ним. Видит купец, крестьяне догоняет, думает, видимо, дошло, что обманули их. И ну лошадей погонять. Он убегает, а крестьяне за ним бегут и кричат. «Эй, остановись, скажи, что твоя кошка ест». «Масло и сало!» – крикнул купец. А крестьянам почудилось, нас ей мало, и испугались. «Пусть она пропадет, чтобы мы ее так кормили», – говорят, – «лучше убьем ее». Вернулись к корчму, расселись подаль. Никто не решается подойти к кошке ближе. Наконец кто-то осмелился, поднял стул и бросил на нее. Кошка убежала в хлев. «Что же делать?» – спрашивают крестьяне друг друга. Как вылезет ночью, всех нас передушит. Что же придумать, чтобы ее убить? Взяли они палки и топоры и давай бить по двери и крыше. А кошка сидит тихо, будто и нет ее там. А что тут думать, братья, сказал тогда поп. Подожжем хлев. Сказано, сделано. Зажгли хлев, поднялся густой черный дым. Жарко стало в сарае. Вокруг все горело, а кошка незаметно прошмыгнула в дверь. А те люди, что стояли перед дверью, испугались, побросали палки и разбежались кто куда. Одному кошка вскочила на плечо, и тот упал от испуга. Другие подумали, что он залег, как солдат, и тоже падали на землю. А кошка, между тем, попала в церковь. Тогда послали крестьяне самого храброго, чтобы издалека посмотрел, что она там делает. Пошел смельчак, заглянул в окно и видит. Сидит кошка, облизывает лапы и глазами сверкает. Храбрый крестьянин подумал, что она хочет напасть на него, и убежал. «Ну что там?» – спрашивают его односельчане. «Не спрашивайте», – отвечает храбрец. «Чего только не обещала. Как вылезу, – говорит, – никого в живых не оставлю». Так и спаслась кошка от глупых людей.